Погода по праву может считаться особой женского пола, во всех смыслах этого слова. Она стала очень переменчивой и капризна. За сутки ее настроение меняется порой до 5 раз. При таких обстоятельствах граждане только могут разводить руками или жаловаться на плохое самочувствие. Комментарий специалистов прояснит ситуацию. Начало месяца было очень жарким. 1 числа в Нальчике побит рекорд дня по температуре воздуха. Воздух в полдень прогрелся до 34,9 градуса. То есть это выше, чем зафиксирован абсолютный максимум температуры на 1,5 градуса. Прохладным 1 числа в полдень было 39 градусов. В общем, действительно. И после такой жары к нам на территории республики Северо-Востока пришел арктический воздух и резко произошла смена температурного режима. Холодный воздух пришел, а теплый уходить не хотел. Произошло столкновение воздушных масс. Закончилось все сильными дождями. Накануне за 1 час на Нальчик вылилась месячная норма осадков. Зафиксировано повышение уровня рек. В Тереке вода поднялась на 80 сантиметров, а в Малке на 40. Не исключена возможность града и шквалистого ветра, но после 6 июля все изменится. Температура стабильно начнет повышаться. По словам синоптиков, особо жаркой будет третья декада июля. В некоторых районах воздух прогреется до +40.